зрелищных поединков. И Эрнест Бекиров представляет поселок Первомайск 8 мая. Кому Дня Победы будет играть с гвардейцем. Я сейчас с Игорем, с Павлом Крутовым, с Севастополем. Ну и неожиданно двух матчам противостоять. Так, это интересно. Зора отдает передачу на Максимова. Яблонский. Ференчак. Никуда не спешит. Передача скрытая здесь на позиции левого вингера. Очень здорово. И вот это опыт Ференчака как раз возьми. И то, как они могут в контратаке убежать. Сычевой партнером попадает в собственную штрафную площадку. Очень здорово. Здесь левый ногой пробивается. Финальный поединок играют 9 мая в Крымской премьер-лиге. Вот еще один момент. Может быть у нас на площадке моряков 5. Удар на ворота! Еще один удар! И вот здесь просто начинает быть передача. Штрафную площадку точно. Куфтин! Приходной. Еще одна передача. Очень здорово сейчас эти стандарты. Приходной выполняет удар от Сычевого. Падает на матрасов своему оппоненту. Приходной выигрывает оппонента, очень здорово стреляет на этот момент. По истории противостояния углубляться в эти события. Здесь есть еще поговорить о цифре. Чуть позже. Ференчак. Самому сильному в чемпионате всех возможных. Умеется не будет спешить эти стандартные положения выполнять. Сычевой. Сычевой тащит. Сычевой. Передача. Полупередача. Полупрострел. Такой полуудар. Я даже не забил по голову. Разумеется, просто не попал по мячу. Хотя еще один опасный момент у Крымтеплицы. И очень здорово тепличники проводят первый тайм этой встречи. Передача в штрафную. Очень опасно. Нет продолжения игры. Только встреч. Еще одна атака на рекорд. Передача на Матвиенко. Прострел. Нет, решил пробить сразу Матвиенко. Но все стандартное положение заработал. Дважды. Смели забить. Внешней стороной с тобой выкручивает Дуда. Один в один. Снова Науменко. Король просто. Штарга. Что это творится? Опять Науменко. Еще один удар может быть. Приходной подхватывает. Разряжает пушку свою. Выше ворот пролетает. Артистики покорили. И сейчас... Одни из ведущих ролей в составе Севастополя, да, снова Базилевич. Штрафной. Приходной. На Сычевого играет, пропускает Сычевой. Это стало... Уже 10 минут уже первым таймом остается сыграть. Остановок почти не было. Сычевой обыгрывается с приходным. Приходной левой ногой, чтобы не площадку отдает. Подхватывает Береза. Длинная передача, нет положения мимики. Максима, что придумает? Удар поворотом. Как говорится, и совершенно неудивительно, что у тепличников ноль в графе пропущенная. Сейчас. Ну и снова прерывает. На этот раз в самую штрафную площадку. Самую гущу событий бросают. И здесь всеми правдами и неправдами Дуда. Играется со Сычевой. Мы с вами уже неоднократно видели. Янис Линда против него загребельный. Передача в штрафную площадку. Сычевой останавливает. Убирает. На замахе оказалось на газоне. Но Сычевой, если бы еще сильнее пробил. Вот это да! Османов. Видит, что готов вернуться в игру Ференча. Удар не попадает здесь на первом. Левая нога у него. Но, как, к сожалению, без голов посмотрим. Может быть, сейчас передача в основную площадку и снова Базилевич. Пьенко. Передача налево. Уже в штрафной. Тепличник как мяч. Удар! 25-й Погорельцев, 80-й Березов. Я не слив, да, сейчас еще передача в сторону площадку и снова на луне. 21-й. Мы ассистируем, мы из поселка Первомайска, из Бекира. Также на линии работает. Здорово, приходной играет на Дудова. Дудов зажимает за спиной руки. Встреча не уступает в истории забитых пропущенных мячей. Уступает во всех остальных компонентах Севастополя. Кроме сегодняшней конкретно взятой игры. Дудов, передача на приходного. Приходное Погорельцев будет выполнять. Это стандартное положение. Удар в стенку попадает. Ролан очень концентрированно играет в обороне, очень плотно тепличники. Османов штрафной, это очень опасно, учитывая его манеру игры. Снова Сычевой, где поддержка? Стоять! Линии чип-то парень. Сможет ли выиграть дуэль?
после соприкосновения с кем-то сычевым. Еще один момент, на этот раз навесная передача. Вот так получается, что это дуэль. Молодой против опытного Клименковского. За исключением той самой игры против Кадаврии. Три кряда бумажки встречи предстоит провести. В следующем круге контемпляция примет Инком Спорт. Произойдет это Рацана Матрея. Удар! Ну давай! И снова там нужно. Максимов, Березов, может кто-то из Кадаврии. Я не слышу, шикарный момент, его передача. Будет или нет? На Сычевого! Они и так достаточно закрытую манеру игры демонстрировали в первой половине встречи. И снова Науменко, шикарная игра. Погорельцев. Линда. Приходной ждет передачи. Дожидается. Линда под него даже не открывается, там остается. Приходной, дальний пас. Здесь вторую площадку, удар. Березов. Березов забрасывает на Приходного. Приходной стоит на площадке. Такая комбинация Лиги чемпионовского образца. Заброс в сухую, врывание. Но вот последнего удара, как у Андрея Шевченко, не получилось. У Приходного. Вот это да! Максимальная концентрация. Ворот Базилевича. Удар. И здесь откровенно Кантемница везет. Вот, в крайнем случае, к ничьей. Но мы помним. Ух, какой удар! Вот сейчас демонстрация красноречивая того, что все возможное и невозможное. Хотя, напомню, что с самого начала второго тайма Севастополь сыграет в меньшинстве. Вот сейчас может быть такой хоккейный булит. Передача на Сычевого! Второй гол! Самый гол держит нас лайнсмен. Теперь никаких сомнений. Было что-то сказано после, на эмоциях после второго пропущенного мяча.